Всем большой привет, дорогие зрители. Кто там кричит большой привет? Ты пылесосишь? Нет. Тут Ян. У нас сегодня беспорядок. Мы же завтра собирались снимать. Ну, в смысле, я. Ну, давай покажем, ничего страшного. Покажем немножко. Все, последнее. Время все, кончилось. Завтра уже все. В Черногорию. И пойдут новые влоги из Черногории. Ну, то есть, если в этом что-то хорошее, а есть немножко грустинки. Грустинки все. Очень-очень много на самом деле. Время пролетело просто мгновенно. И знаете, раньше, если в отпуск куда летали мы там, ну, не знаю, в санаторий могли съездить, там, в теплую страну какую-то, а сейчас что? Домой. И что делать в отпуске? Лампочки закрутить. Ну, хоть с детьми там, да, погулять. Много всяких бытовых вопросов порешать. Ну, то есть, вот такое время живем. Одни просто таяли. Вы знаете, нам казалось, что ну 20 дней, 3 недели, мы успеем и то, и то. Я такая еще наивная, думаю, Игорь приедет, мы на рынок, я там муку куплю, куплю масло подсолнечное, ну что-то тяжелое. Ничего не купила, представляете, поеду на рынок одна, сама привезу, говорю, все, ладно, даже не думаем об этом, будем просто время проводить вместе. Время таяло, таяло, я не знаю, когда эти 3 недели пролетели, мне кажется, ты только приехал, а сегодня мы уже убрали елку, у нас праздник сегодня закончился. Все. Я собрала все новогодние игрушки, мы убрали елку, Игорь вынес, у нас тут стоит сейчас только чемодан, и все. Папа собирается. Грустно? Очень грустно. Очень. Потому что с мужем жить, я вам говорю честно, гораздо комфортнее, веселее, гораздо... Все гораздо, гораздо лучше. Ну вот в разы просто. Я это уже на себе проверила. И теперь мне грустнее, наверное, еще... Гораздо буду больше, пылесосить. Чем это было осенью, потому что я уже знаю, что меня ждет. Каково это быть одной с детьми. Но, скажем, все в наших руках. И если будет совсем не в моготу, значит, за чемоданы и летим, Черногория летим к нашему папе. Так, а теперь расскажи, что ты с собой. Так вы все равно полетите. Не, мы полетим. Да. Летом мы обязательно полетим может, в Черногорию. Раньше. Тут ты наш узнаешь, сын готовится, уборка, ну он. Что наш Доминик делает? Немножко. Ладно, ну давай в тему, не будем много грусти, на самом деле, да. А давай расскажем, что ты с собой берешь. Влог. Я прилетел с этим чемоданом, помните, большой, да? А назад его не могу повезти, потому что то, что я туда положил, оно как этот, как в проруби, знаете, кое-что. Нету подарков, да? Ну да, нету кучи вещей. И все мои вещи аккуратненько уложились в этот чемодан. Маленький. Но они тоже там были эти самые, как его называют, как в проруби вот это вот такое болталось. Вещей много своих я не могу взять, потому что, ну что там, одни штаны, вторые штаны и все. И это целый чемодан тащить. Короче говоря, я беру с собой то, что кому-то принесет радость в Черногории, кому-то повезет. А это... Чипсы! Белорусские. Да, у меня чемодан забит чипсами, зефиром, хлебом нарочанским, такими всякими штуками. Кого-то угощу, у нас будет белорусская вечеринка в Java-клубе в Будве. Все, кто приходит, получат. А ты колбасу взял? Ты колбасу взял, да. А он не хотел брать, я вам честно говорю. Игорь такой пошел в магазин, ничего не купил. Я говорю, нет, так дело не пойдет. Он, ну кому я буду? Я говорю, как это кому? Есть кому, всегда есть кому. Никому я всегда найду. Да. Я мы зашли придумать, в магазин, зашла в магазин, ему купили. Ему купила. Ему. Кому-то купили. Да. А, кому-то повезет в Будве, да. Зашла в магазин и купила вот такой шоколад столичный, потом еще Беловежская пуща купила шоколадку вот такую. Белорусские чипсы, белорусский наш... Зефир. Из Бобруйска. Из Бобруйска, а вторую купила красный мазырянин. Коллеги из Бобруйска подарили, у меня есть. Ну вот, видишь, а ты говоришь. Всегда есть тот, кто не приезжал домой в Беларусь. Я думаю, им будет очень приятно маленький такой привет получить. Да, вообще. А еще интересный факт. Ян вообще настолько привык к Игорю, и он от него не отходит. И такое чувство, что он... Как будто бы знает, что Игорь едет, да, и все время крутится возле чемодана, возле Игоря. Да. Правда, он все время. Как ты, они же такие, это ж не собаки. Это Олесика, оставишь одного, у него через 10 минут начинается припадок, истерика и визжит. Вот мы тоже уходим, возвращаемся. Что оно делает? Орет не своим голосом. Ну, соседи ночью-то не страдают, конечно же, тут все нормально. Нет, он тут спокойнее все равно, намного спокойнее. А вот Ян будет скучать сразу. Ян точно будет скучать по Игорю. Да, Янчик?
А как ты добираться будешь в аэропорт? Давай. Добираться я буду по традиции, традиционно белорусским аэропортным трансфером. Всего лишь 30 рублей стоит доехать из Минска в аэропорт. Там никакого контакта человеческого, я имею в виду, просто заявку оформляешь, смс-ка приходит, что за тобой приедет водитель, все очень удобно и довольно-таки недорого, знаете. И еду за 3 часа для того, для чего? Для того, чтобы Олесика еще поменять эту бумажку, как ее называют, ветинспектор. Сертификат. Сертификат получить международного образца, чтобы его можно было провести через Турцию и в Черногорию. Ну, не за 2 часа. Ну, так вот. А трансфер в Подгорице? Ну, ты покажешь? Ну, я покажу, но там трансфер там коллеги заберут, потому что, ну, мы же там... Потому что очень много прекрасных, добрых людей да. в Черногории, это правда. Да, ты кто знает, я тебя заберу. Мне несколько человек написало, я тебя заберу. Спасибо всем, кто предложил. Спасибо всем, спасибо. А за этот год мы действительно встретили очень много хороших людей. Ну, это очень это много. Факт, да, и очень круто. Очень приятно и пообщаться всегда, и познакомиться, и всегда удивляет, что, ну, столько открытых и позитивных, когда вроде кажется фигово, да, но кто-то делится лучиком счастья и заряжает еще тебя. Да. Доброе утро. Да, уже утро. Наши котики на месте. Последний сочный белорусский. Не последний. Ну, это я имею в виду. В январе. Да, в январе поеду. Уже скоро совсем. 4, сколько сейчас? 4:40 утра. Ждем трансфер. Собираемся. Последние минутки. Да. Верка, и ты провожаешь папу? Он все спят уже с нами, коты. Да. Эти, как бы, суки все в кучу. Вам бы показать, как мы спим, это что-то. Один. Самое интересное, что Ян ложится с твоей стороны всегда, а Верка с моей. И они вытягиваются, они ж коты длинные. И там такой нормальный человек получается, еще один спит. У нас, конечно, с котами весело. Да. Ну давай, папа, еще тебе чай выпить. И отправим тебя в славную страну Черногорию. На курорт. На курорт, да. Папочка, на курорт ты у нас летишь. Уже перезвонили. Ну, сказали, быстрее выходите. Да. У нас через пару минут буду и уже поедем. Видите, какой сервис здесь? Быстрее выходите. Давай собаку не забудь. Может, ты точно уверен, что не хочешь лететь? Не-не-не, давай собаку забирай. Сейчас. Кошка, спи. Тебе же Олесика еще надо выгулять там. Ну еще Олесика погулять. Олесик, тебе без разницы, переместись и спи дальше. Доченьке сказать пока. Всем пока. До встречи в новых видео. До встречи в новых видео, да. Теперь только с тобой по видео и буду. Да, мы же только по видео, теперь 5 месяцев и жить будем. Да. Как все, со всеми нашими действиями. Да, так и мы живем. Ну, по видео. Все. Давай. Всем пока. Давай. Увидимся.